Здравствуйте, меня зовут Полина Бурмага, и сегодня я расскажу вам о самых значимых событиях недели. Я и мои коллеги часто читаем в комментариях вопросы о качестве труб, которые мы укладываем под землю, о том, кто проверяет это качество и как в сюжете далее. Основными производителями труб среднего и малого диаметра являются предприятия группы компаний ТМК – Волжский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод и Северский трубный завод. Вот этот входной контроль, который происходит у нас на складе, он нужен для выявления каких-то механических дефектов, которые можно выявить либо визуальным контролем, либо инструментальным. На тех трубопроводах, на которых выявлены дефекты, та партия отсеивается, возвращается поставщику обратно. И после них осуществляется контроль сварных соединений. Это происходит в основном методом УЗК, ультразвукового контроля, который выявляет либо непровар швов, либо какие-то вкрапления, поры и тому подобное. Если все сделано хорошо, то теплотрасса прослужит не менее 30 лет. Проверки качества металла для длительной и бесперебойной эксплуатации недостаточно. Трубы покрывают антикоррозийным материалом, мастикой, делают теплоизоляцию и укладывают в бетонные лотки, которые, в свою очередь, делают герметичными. На смонтированном трубопроводе, перед тем, как нанесется на него тепловая изоляция, на трубопроводы наносится антикоррозийный состав. А перед нанесением его трубы подвергаются механической очистке и обезжириванию. Для антикоррозийного состава применяется многокомпонентный эпоксидный состав. Выдерживает температуру до 150 градусов. Грубо говоря, не сгорит при максимальных температурах тепловой сети. В ее работе. Для того, чтобы во время ремонтов у жителей была горячая вода, специалисты монтируют временную теплотрассу. Обычно для нее служат трубы, которые уже где-то эксплуатировались. Понятно, что это вся история временная, и как только закончится ремонт, их демонтируют, и жители начнут получать воду по новым тепловым сетям. А теперь к другим новостям. В Новокузнецке начались работы по реконструкции участка тепломагистрали на улице Тольятти. Проект предусматривает перекладку 890 погонных метров трубопроводов с изменением диаметра с 700 до 800 мм. Это позволит увеличить пропускную способность теплосетей по направлению к микрорайону Новый Городок, подключать новых потребителей и оптимизировать гидравлический режим в центральном районе города. Не забываем закрыть вот эти задвижки, секционные, доложить диспетчеру станции. В Барнауле и Бийске завершился первый этап гидравлических испытаний теплосетей. В обоих городах получилось завершить испытания раньше запланированного срока и вернуть горячую воду жителям раньше на несколько дней. За время испытаний специалисты выявили несколько десятков проблемных участков. Работы по устранению повреждений велись круглосуточно. Диспетчерский крайний. Все сети выдержали испытания. Это просто предмет нашей планомерной, плодотворной работы. Большие объемы перекладок производили предыдущие года. Поменяли структуру проведения. То есть до начала гидравлических испытаний мы производим устранение всех повреждений, которые у нас были в отопительном периоде. За счет этого сокращаем время отключения ресурса у потребителей и предоставляем более качественные услуги. Зеленая дружина СГК начала весенний этап экомарафона. Высадки деревьев и кустарников проходят в большинстве городов присутствия компании. Например, в Кемерове специалисты высадили 46 рябин на улице Терешковой в Ленинском районе города. Полить саженцы помогли сотрудники МЧС России. Вы можете сделать наше видео лучше. Пишите свои новости и идеи в комментариях. Спасибо.